Может, хватит уже пялиться на уродство? Хотя, наверное, мне еще стоит сказать спасибо, что ты меня не бьешь. Я из одержимых. Я бы умер от чумы год назад, если бы я возвращался. Кэш знает куда больше. А лично я просто хочу убраться из Скайрима и как можно скорее. Я прямо за тобой.
Ладно, что мне понести? Веди. Давай, шевелись, наруби-ка дров. Я тебе дам за это несколько монет. Честная плата за честную работу. Ее зовут Олда. Если встретишь ее, поймешь, о чем я толкую. Клянусь, эта баба самая злобная мегера во всем Скайриме. По-моему, у нее вместо сердца кусок льда. Трудно сказать. Он очень древний. Вот и все, что мы знаем. Город появился здесь много позже него. Надеюсь, мост переживет войну. Это единственный мост через реку Карт на много миль в обе стороны. Вот чего я боюсь. Если бы одна из сторон захотела не дать другой перейти реку, они могли бы попытаться обрушить мост. Будь я проклят, так и есть. Спрос никогда не был так высок с тех пор, как я построил новую лесопилку. До встречи. Иди своей дорогой, чужак. Тут в основном мелкие кражи и пьяные драки. Давненько у нас не было хорошего разбойничьего налета. Где этот лентяй? Нет, я открыто приветствую присутствие вооруженных незнакомцев, которым нет причины нас любить. Конечно, они меня беспокоят.
уверена, что они отберут нашу лесопилку во имя своей войны. Дай только время. Не успеешь оглянуться, набежит еще больше стражников. И тогда мы даже домов лишимся. Это только начало. Помяни мои слова. Она принадлежит мужу пока что. Скоро он ее потеряет. Он по уши в долгах у ростовщиков, но все равно пропивает все деньги. Теперь мы по уши в долгах, без гроша денег, и скоро потеряем единственный источник дохода. Ладно. Видел, в последнее время здесь начали показываться какие-то гнусные людишки. Я-то думал, что избавился от них, уехав из Маркарта. Конечно. Каждый вечер я молюсь о том, чтобы к нам не залетел дракон. И о том, чтобы обе армии не вздумали заявиться и начать драку за мост. Ты спрашиваешь, не страшно ли мне? Сказать по правде, я в ужасе. Но я должен быть сильным ради жены и детей. И имперцы, и братья Бури отправили сюда своих людей, осмотреть мост и окрестные земли. Они жили в таверне, но не платили. Сказали, солдаты не должны платить, потому что рискуют жизнью ради нас. И это еще не все. Они забрали гору нашей древесины, а один попытался подкатиться к моей дочери. Думают, им можно делать все, что захочется. Я сирота и вырос на улицах Маркарта. Там бы я и умер, если бы не доброта старого воина по имени Логрельф Сагбенный. Логрельф спас меня и дал мне денег, чтобы выбраться из города. Я пошел на север по реке Карт и пришел сюда. Когда я встретил Мишель, я понял, что мое место здесь. Думаю, это и впрямь так. Теперь я припоминаю, ты из новичков-соратников. Так ты что, выпивку им разносишь? Звать меня Фейда. Я держу эту гостиницу. Я чую, ты не из нашей породы. Надеюсь, ты не принесешь нам беду. Питье для жаждущих, пища для голодных. До встречи. Когда-нибудь, надеюсь, у меня будет своя таверна.
Посмотри, мой храм лежит в руинах. Таково постоянство смертных, их искусство и их сердец. Если они не питают ко мне любви, как я могу показать им свою любовь? Верни мне мой знак, и, возможно, я приведу тебя к твоей судьбе. Настало время возвратить мое сияние в Скайрим. Но символ моей правды погребен в руинах моего некогда великого храма, оскверненного ныне мирской тьмой, заполонившей его. Некромант Малкаран оскверняет мой храм нечистым колдовством, принуждая потерянные души войны служить себе. Хуже того, силу для своих преступлений он берет из моего источника. Тебя я избрала быть моим предвестником. Ты войдешь в храм, получишь артефакт и уничтожишь осквернителя. Конечно, я ведь приказала тебе. Теперь вступай. Нужно вернуть артефакт и уничтожить Малкарана. Малкаран заставил ворота закрыться, но это мой храм, и он повинуется моей воле. Я пошлю луч света, проведи этот свет через мой храм, и его двери откроются.
это нравится все меньше и меньше.
это да.
Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Это нравится все меньше и меньше. Thank you.
Все кончено. Отступник повержен. Сними сияние рассвета с пьедестала. Обретут покой. Все так, как должно быть. Благодаря тебе. Занимается новый день, и ты станешь его глашатаем. Возьми сияние рассвета, и с ним выжигай злодейство в темных уголках мира. Владей им от моего имени, и мое влияние вырастет. Пусть свет уверенности ведет тебя. Может, хватит уже пялиться на уродство? Хотя, наверное, мне еще стоит сказать, ибо что ты меня не бьешь.
Поговори с Геймундом, если тебе нужна лошадь. Или с Катлой, если ищешь работу. Я тут ничем помочь не могу. Работай ради будущего и старайся отпустить прошлое. Вот мой девиз. Уже лет 8 прошло. Я был наемником, но прогулка в Воронью нору меня от этого излечила. Там, в пещере, ворожаи с когтями острыми, как кинжалы. Они выпустят тебе кишки, и глазом моргнуть не успеешь, если доберутся до тебя. Твари, подобные им, заставляют человека хорошенько задуматься о своей жизни. Сделай пару остановок по дороге в Солитью, полюбуйся видами, там красиво. Такой женой, как Фридрика, и сыном, как Хорм, я самый счастливый человек в Скайриме. Я тут для того и стою. Назови свою цену. Этого вполне достаточно. Твоя та, что с седлом. Перевозки в любой уголок Скайрима. Не забывай о нас. Это ты насчет лошадей? Делами занимается мой муж Геймун. Я забочусь о лошадях. И о козах, и о курах, и о посадках. Чем могу помочь? Если ищешь, где подзаработать, нам как раз нужна помощь с урожаем. Славного денька. Мой муж выполняет разную работу по дому. Оно и к лучшему. Здесь бы он точно поранился. Честная плата за честную работу. Ладно. А, привет. Может, присядешь? Когда мы с Катлой поженились, я был намного моложе. Теперь мне за ней совсем не угнаться.